Тоже ничего не вытащил, только подъехал. Вы на каком этаже? На втором. То есть уже, наверное, поздно. Так все, пропало, все имущество. Там, как минимум на 300 тысяч. Там все знали про этот пожар. Ну, я даже не знаю. Неделю дежурили. Мы дежурили ночами, вы понимаете, дежурили ночами. Ну как так можно-то вообще, что все вот так раз и все, и сгорело. Люди даже вещи взять не успели. Это настолько произошло быстро. Она только ребенка успела спасти. В чем есть? Собаку. Там собака погибла. Ни депутат наш, с которым мы сотрудничали, ни администрация, никто не приезжает, никто нам не помогает ни разу. Вот сейчас я в тапках стою, мне что надо делать, у меня все сгорело. Мы адекватные люди, мы бы переехали, но это была бы возможность вещи собрать, имущество сохранить, документы, не получили бы такого стресса. А теперь мы вообще не знаем, что, где мы будем сегодня ночевать. Будем сидеть здесь на пепелище. 4 апреля у меня лежит письмо, у меня ответа еще не было. Уже практически месяц прошел. Мы писали, что мы боимся поджогов, что мы боимся своей жизни, своего имущества. На нас вообще никто не реагирует. Всем наплевать, просто наплевать. На втором этаже вот эта квартира, что в себя придет, мы потрогали, вроде бы все цело, здорово. Все сгорело, ничего нету. Все документы, все драгоценности, все сгорело. Начался неожиданно пожар? Да я на работе была. У меня ребенок спал, он проснулся, и это около окна задымилось, там диванчик маленький стоял. Он говорит, задымилось около окна, и он побежал на второй этаж, это, не знаю, как он ключи нашел, открыл. Побежал соседям говорить. Потом уже мне дочь позвонила, она уже здесь была, уже все уже сгорело. Ну, выходит, что как в окно, что ли, бросили. Я даже не представляю, откуда начался пожар-то. Ну, никак не думали, что именно наш дом-то, тот дом еще не догорел. Мы думали, если будут поджигать тот, а тут мы-то живем уже в этом доме.